доходна, кошка гуляє сама по себе. В одном из закоулков старого города жила стая уличных кошек. Их жизнь мало чем отличалась от жизни людей. Они денно и нощно искали средства к существованию, боролись с недугами и недругами, любили, рожали детей и пели песни, когда в душе цвела весна. А еще они каждой шерстинкой на своем гибком теле мечтали обрести дом и любящих, нежных хозяев. Пусть и не каждый из них в этом признавался вслух. Итак, знакомьтесь, перед вами Мурлёна, энергичная, оптимистичная, вечно муркающая кошка средних лет. Работает в сфере воспитания подрастающего поколения кошек. Отдается работе полностью, из-за чего периодически страдает нервным истощением и ломотой в пояснице. А это детский котосадик, самые красивые котята на свете, дружные, в меру шаловливые, сладко-сладко мяукающие. Одним словом, гордость стаи. А вот и группа тинейджеров. Шумные, голосистые и плохо поддающиеся дрессировке. Умеют из ничего создать целый кошачий концерт, который непременно закончится дракой. Из таких и вырастают настоящие кошки. А это кошки, которые гуляют сами по себе. Достаточно взрослые, чтобы пробовать жизнь на вкус. В меру агрессивны, в меру хитры, в меру нахальны. Любят тусовки на крышах и песни под луной. К младшим относятся с надменным снисхождением. А это мадам Мурлёна. Кошка неопределённого возраста. Загадочная, мягкая, пушистая, но с цепкими царапками в лапках. Отвечает за каждое мяу в своей стае, ибо работает учителем по мур-вокалу. Кошки, 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 кошки.
вопрос первый и единственный. В чем секрет обольщения кошек? Отвечать пойдет. Пойдет сейчас отвечать Мурвика. Да. Ну, может быть. Может быть. Вообще, он такой, ну прямо, мур такой, а? Хвост, девочка моя, вещь, конечно, важная и полезная, но к секрету обольщения не имеет никакого отношения. Садись. Итак, кто же нам все-таки ответит? Может быть, кота Алекс? Смелее, кота юноша. Не, ну, честно говоря, я... Учиться нужно хорошо. Итак, мы ждем ответ. О, быть может, в характерном запахе, вот. С вашими запахами, юноша, я бы держалась от людей подальше. Потому что таких, как вы, человек обычно сажает в ванну! И не просто сажает в ванну, а применяет пытку третьей степени! Именно, именно, вода и мыло.